191 малыш родился в новогоднюю ночь в стране. Такие данные представили в Минздраве. 101 мальчик и 90 девочки. Наибольшее количество новорожденных в Туркестанской области. На втором месте Шымкент, где родилось 23 ребенка, и на третьем Алматы. Там у 22 семей минувшей ночью было пополнение в семье. Что касается столицы, то в Астане родилось 10 малышей.